вам показать промежуточный результат после двух слоев олифы. Значит, где-то 2 дня оно пропитывалось. И мы видим вот такая вот структура, текстура. Вот так вот краска взялась на сосне. Выглядит очень приятно, прикольно. Типа какой-то старинный приклад, в принципе, как я и хотел. Так, ну все. Все масла тут уже засохли, я даже покрыл бальзамом из воска. Оно где-то ночью у меня пропитывалось. Не знаю, наверное, лучше бы этого не делал, потому что часть краски была снята, но вроде не критично.